Киров присоединился к волне антикоррупционных митингов 12 июня. Они прошли по всей России. В Москве, по некоторым данным, были задержаны 600 человек. Как прошла акция в нашем городе, расскажем далее. Эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». В день города в Кирове прошел митинг против коррупции. В сети появились фотографии. Судя по кадрам, в митинге приняли участие не меньше 100 человек. Добавим, что аналогичные акции 12 июня прошли по всей России. В Москве антикоррупционный митинг закончился задержанием 600 человек. В Кирове, как сообщается, вмешательств полиции замечено не было. В Кирове изменились нормативы потребления электричества в многоквартирных домах. Изменения коснулись общедомовых нужд. Новые нормативы предусматривают их снижение в многоквартирных домах, оборудованных электроосветительными установками на 30%. Снижение нормативов также произойдет в многоквартирных домах, в которых установлены лифты. В Кирове идет сбор подписей за строительство наземного метро. Если авторам проекта удастся собрать 10 тысяч голосов, то по данному вопросу будет проведен референдум. Напомним, речь идет о частной инициативе. Инвестор предлагает за 4 года построить 40-километровую сеть наземного метро с 20 станциями. Проезд для жителей города предприниматель хочет сделать бесплатным, а покрывать расходы и зарабатывать автор планирует, сдавая помещения на станциях под магазины. В выходные в Кирове пройдут сказочные игры. На них съедутся персонажи со всей страны. К примеру, хозяйка Медной горы с Урала и Матушка Зима из Архангельска. Также приедут гости из Армении, Германии, Италии и Нидерландов. С 17 по 18 июня фестивальные площадки разместятся в парке Аполло, у театра кукол и в Александровском саду. На организацию сказочных игр область выделила больше 1 000 000 рублей.